Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, десяточка, и начнем мы утро с веселого роллинга. Я надеюсь, он у нас будет веселым. До минуса нам еще нормально героев надо. В принципе, думаю, пока дойдем до Минотавра, соберем всех остальных. Так, ну что, у нас сегодня коллекционер. Решил я сыграть в Колю на английском сервере. Вот такой вот коллекционер. Третий раз уже за бочку дают 200 средних слизней. Это вообще жестко. Плюс возможность у нас словить осмо. Пока что его не продают за десятку, но надеюсь, скоро будут. Так, окей, с этим разобрались. Также сегодня такой вот дискаунт стор. В принципе, относительно он такой неплохой. Можно получить топовые плюшки за минимум там самов. Давайте free refresh. Вот так вот, 40% скидка. Окей. Что у нас по недостающим героям? Валька, Влад Дракула, Космо, Пикси, Ара, Дрейк, Дракас и Асура. Асура, кстати, и Санта Бум. Ну, я надеюсь, мы сегодня их хотя бы кого-то вытащим. Поехали. Поехали, попробуем сделать Атлант. Отлично. Хорошее начало. Ведьма. То чувство, когда, блин, не хочется ролить, но надо. Потому что такие герои мы только отсюда. Ну, не только отсюда, мы можем и осколками собрать за недельку. Это не те герои, ради которых там стоит заморачиваться, но хочется, блин, их уже добить. Ну и, конечно же, хотелось бы космос ловить. Космо нам тут очень не хватает, прям призрачный. Ну, рандомчик, друид. Седна. Ниндзик. Медузка. Дракос, ребятушки, отлично. Еще плюс один. Плюс один. Плюс один недостающий у нас герой. Отлично. Все меньше и меньше героев надо. Итого. Еще немножко. Поехали. То чувство, когда, блин, есть все МБ, а Влада Дракула. Влада Дракула просто еще нет. Так, окей. Поехали дальше. Космо, блин, нужен. Тыковка. Ну, по сути, любая легенда — это хорошо, это повторочка. У нас герои без эволюции, то есть минимум еще 5 карт надо. Ну, что-то как-то, блин. Седна. Ой, там Химка была, говорю, Седна. Не хватает места на бездонатном аккаунте. Жестко. Медуза. Интересно, соберем хотя бы желейки. Plant Warrior. Ну, это классно, но мы его уже купили. Смотрите, как желейки падают по 150. Неплохо. Блин, ну что ж такая эта печаль, а? Они издеваются. Такс. Ну, хоть бочку получили. 200 слизней. Отлично. 14-15. Ну, в принципе, 30к. Неплохо. Поехали на подземочки. Тут у нас открылись уже следующие подземки. Я еще эти не дошел. Как хорошо такими драконами проходить. Вы даже себе не представляете. Запустил всех. Надо добить эти подземки и начинать кошмарки проходить. Чтобы можно было делать уже эволюции героя.
Мне кажется, со всех более полезный тут Некрос. Как, сколько дамага наносит. Вазуля, если включится, конечно, он по зоне. Но Некрос как-то всех шатает подряд. Так, ладно, давайте уже добьем. Попробуем еще хоть какую-то имбу выбить, потому что это жесть, ребят. 30к на Дракоса, это, конечно, смешно, но... Когда у тебя есть такие герои, то это вполне реально. Надеемся, надеемся, что десяточка получит сейчас еще хотя бы одну имбушку. Так, надо уже это закрыть. Так вот, в разброс тоже неплохо их бросать. Так, отлично. Еще нам плюшки дали. Ну, поехали. Поехали. Триант. Дрейк, отлично. Ну что, ребят, еще одна недостающая легенда. Супер. Хоть не зря в подземки пошли. Так, и того нам, блин, Асуру надо вытащить где-то. Ну, я думаю, его будут продавать. И Асура, Дед Мороз. И Ара. И Космо, и Влад Дракула. В общем, немало еще героев надо нам. Поехали, попробуем. Так, отлично, желейки мы уже собрали. Это радует. Одержимый. Леди Лео. Влад Дракула, супер, варлок, третий герой, ребят, можете меня поздравить. Вроде казалось бы, это не имба герои, но зато они недостающие, мы три героя затащили. Отлично, сердцеедка, еще бы, конечно, Космо. Космо, 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 ага, фиг тебе не Космо. Отлично, супер, поехали заберем плюшечки. Так, хорошо, карты забрали, это забрали, поехали, забираем. Бум-бум-бум-бум. Так, ну что, идем докачаем. Да, все меньше и меньше. Отлично. Отличненько. Так, где наши герои недокачанные? Давайте им талантики сразу же наролим. Уфу-фу, ремочка. Нифига себе. Так, ремку я хотел на Лазулю поставить. Где там мой Лазуля? Ему-то точно нужна ремочка вторым талантиком. А, у нас уже есть на нем ремка. Тут я. Значит, давайте где-то сюда сейчас ее делаем. Влад Дракула. О, у меня тут ремок хватает. Давайте, Влад. Ничего себе, пятая ракушка. Жестко. Давайте тогда сюда поставим. Пусть будет ремочный. Сразу будет включаться, мало ли. А вдруг? Давайте докупим немножко. Так, отлично. Супер, конечно. Ракушка вылезла. Так, оживо. Оживо, 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 оживо. Можно Дрейку поставить. Замедление. Еще одна ремочка. Ну, давайте однозначно Владу Дракули ставим.
Еще ракушка. Так, понятно, не хватает. Этих докупим. Этих хватает еще камней, хорошо. Откачиваем Дракулу. Так, Дракула, Драка, Стрейк. Наконец-то, блин. Наконец-то. Наконец-то. Так, где там наш, наша ведьма? Ведьма и укротитель. Давайте на укротителя поставим сначала. Супер. Вот это удача, ребятушки. Давно уже не падали. Так, ну давай. Домчик. Надо что-то интересное найти героев. Так, бог войны. Ну бог войны не туда и не сюда. Бойкость. Баст. Поставим сюда баст. Лучше будет. Так, бог войны. Ставим так вот. Пусть качает. О, ничего себе, воодушевление. Даже так. Воодушку вот сюда мы влепим. Или ладно, пока оставим, не будем никуда ее ставить. Может, скин будет на кого-то с героя. Лучше поставить таких. В общем, прикольненько получилось у нас. Давайте откроем сундучки вторые. Так, 150 слизнячок. Бум, Афинка. Отлично. Вот так вот, ребятушки, такой вот трешечок. Пишите комменты, ставьте лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Десяточка тащит. Всем удачи, всем пока.